Место встречи клинских мотоциклистов изменить нельзя. Проходя мимо сквера Афанасьева, вам, наверное, не раз приходилось видеть огромное количество мотоциклов, которые собираются прямо на углу сквера. Теперь можно точно сказать, что это ребята из клуба «Атом-10». И если раньше у нас в Клину не было своего мотоклуба, то за последнее время это уже второй. Правда, первый под названием «Барсы» просуществовал всего лишь полмесяца. Мы его создали, также сели. Нужно срочно, потому что у нас там немножко сроки поджимали. У нас была поездка очередная с сотрудниками полиции. И вот давайте, вам нужно название. Ну вот мы за один день что смогли, то придумали, скажем так. И потом уже начали думать, какие барсы, чем волки, барсы, медведи, так можно всех животных перечислить, да, по большому счету. Просто наконец-то сели без галдежи, я уже говорил, да, там толпа народ, зачем это нужно. Сели, обсудили, то есть все. Всего 4 человека приняли участие в создании мотоклуба «Атом-10». Клуб существует около месяца и уже имеет свой устав, зарегистрированный сайт. Совсем скоро появится нашивки и эмблема. Помимо всего прочего, выбрали и президента клуба. Им стал мотоциклист со стажем Станислав. Он увлекается мотоциклами с 9 лет, как и многие, начинал с советских мопедов. Когда права получил в 16 лет, был уже первый японский мотоцикл, 400-кубовый, не один из самых лучших, но да бог с ним. Тогда это было круто, это был 2003 год, тогда как раз только начиналось это движение, мы тогда катались в Клину максимум 3 человека. Вот, и пытались уже как-то собраться, создавать эти все движения. Спустя, получается, 12 лет мы доросли до клуба. На данный момент «Атом-10» насчитывает около 15 человек, а в будущем планируется, что число участников достигнет 50. Даже есть среди членов клуба одна девушка, а самым молодым мотоциклистом в «Атом-10» является Никита. Ему всего 18 лет, и на свой первый мотоцикл ему пришлось копить довольно долго, ведь это не самое дешевое удовольствие. Откладывал в школе с обедов по чуть-чуть, потом закончил школу, залезал в долги, брал, занимал, потом устроился на работу, отдал все. Скажем так, что он мой. Именно этот мотоцикл я купил в том году. Называется он Honda CBR 600 RR 2003 года. Не самый быстрый. 600 кубов в нем всего. Достаточно едет, мне нравится. Главная задача «Атом-10» не только постараться объединить всех клинских мотоциклистов в один клуб, но и участвовать в благотворительных акциях, направленных на безопасность дорожного движения. На одной из таких мотоциклисты совместно с клинской полицией в лагере «Звонкие голоса» провели небольшую беседу и викторину, победителей которой покатали на квадроциклах. Основное, что хотим до вас донести, ребят, это безопасность движения. Если мы говорим про мотоцикл или про квадроцикл, это обязательно 100% шлем. Мотоэкипировка, естественно, тоже должна быть. Мотоботы, одежда 100% должна быть. Несмотря на распространенный стереотип о байкерах, клинский мотоклуб несет исключительно мирный характер. А главное, наши мотоциклисты за безопасность на дороге. Если у вас есть мотоцикл, а главное желание участвовать в благотворительных акциях, то обязательно присоединяйтесь к клубу «Атом-10».